новые норы. Значит, ножки, смотри, вот, вот сюда вот она должна упираться, вот здесь вот. Ну-ка, получается? Да. Получается. Ну давай потихонечку, потихонечку. А, уже все выпрямилось, да? Конечно, конечно. То есть конструкция тут такая, ничего особого нету. Ну, ага. Потихонечку даем. А, хорошо. Еще разочек так же потихонечку. Хорошо. Отталкиваемся от нее. Отталкиваемся от нее. Еще разочек. Еще разочек. Не торопись. Еще разочек. Почувствуем. Все хорошо. Вешаем. Как она? Нормальненько. Да. Ничего. Такое впечатление, вот это, что поясничка, вот она так вот распласталась, вот так вот, ничего не это. И старайся не ногами выдавить туда, а ногами оттолкнуться и туда таз вдавить. Тогда вот ноги не будут это тогда идти сюда. Ну-ка потихонечку, не спеша. Стало как удобненько. И потихонечку даем, 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 даем. Отлично, раз. Еще разочек. Даем, 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 два. Хорошо. И еще разочек. Отталкивается. Отлично. Цепляем еще. Совсем никогда не занималась, да? Нет. Ну. Потихонечку, как готово, говоришь. Отталкиваемся. Хорошо, раз, отлично. Еще. Вот, хорошо. Хватит. Чувствуешь усилие какое? Да. Вот, как она идет. Откуда, что идет. Это тоже надо. Не торопись. Готово. Давай, потихонечку. Ножками, ножками. Отлично, раз. Еще разочек. Даем, даем, даем. О, плавно. Чувствуешь, наша ножка сыграла? Еще разочек то же самое сделаем. То же самое сделаем, чтобы ножка не сыграла. Давим плавно. На два раза сейчас еще давим. Плавненько. И так здесь. Пошел, 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 пошел. А, хорошо, раз, все. И еще раз. Плавненько, плавненько. Плавненько, плавненько. А, все, хватит. Значит, все, закончили. Значит, чтобы вы понимали вот особенности, если вы резко что-то начинаете делать, у вас сустава может соскочить из-за резкости. А когда вы плавно начинаете вот это давить, он как бы сустав туда раз становится на место, стал и пошел по нему. То есть, быстро. А что, нельзя еще одну? Нет, да давай хватит. Сделал то, что надо подготовить связки. Все, 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 все. Дадим еще это самое. В следующий раз. Да, в следующий раз. Потому что вот эти вот вещи, дрыгание вот это. Дим-дим-дим-дим. Ну что? Вот это вот не надо делать. То есть, почему важно вам позаниматься, грубо говоря, занятий 10, чтобы вы поняли, как давить надо, как напрягаться, как там лежать, что, что там делать. И тогда дальше пойдет. Надо вот раз в неделю, раз в две недели, плюс нагрузка обычная, как обычно мы занимаемся, да? Да. Не, не грыжа, ну просто что-то. Видите, мандарины. Мандарины перевариваются. Ага, сначала надо ляжь и примерься. Отсюда захожу, да? Да как отсюда? Я вот отсюда докажу, что так подберу. Ну, вот так и туда. Потом сюда. Ага, во-во-во. Вот, смотри, теперь таз. О, где должен быть? Так что ты сюда смещаешься. Можешь еще сюда.
Ага, ну-ка пробуем, как это явно. Повыше. Явно, наверное, вот так. Так, ну-ка, попробуй. Тут небольшое давление идет. Я просто мандаринов поел, я просто, ну, чтобы не было никакой неловкой ситуации. Ну что, мистической. Ну, ничего, бывает. Да. Потихонечку даем. Немножечко смелее даем. Да. Все, опустили. Может еще выше? Ну я ноги до конца а не выпрямил. А может быть надо убрать у него это подстилочку лучше? Да мне мягко на подстилочку. Нет, там другой эффект. А ну-ка, вот эту. Как она? Или это не достаешь? Достаю. Достаешь. Ну-ка, потихонечку даем, потихонечку. Даем. Хорошо. Немножечко посмелее даем. А носочками ступни я могу играть? Можешь. Главное, чтобы под пятками ты. Еще разочек. Также хорошо. Еще разочек также. Отлично. Отдыхаем. Почувствовал, как где этот пятки там, что там должно под быть? Под пяткой. Интересно. Под пяткой, да. Свои места запишите, что там вы там подняли. Я уже записал. Всем записал? 200 сделала. Так, ну давай. Так, расположил. И поясницу мне ровно, да? Да, поясничка все там распластана, хорошо, тебе удобно. И отталкивайся тогда, что отлично, раз. Не спеша, отталкивайся плавненько. Два. Все нормально? Суставчики, давай отталкивайся. Три. Хватит. Все, как тебе? Комфортно там лежишь? Да, все. Хорошо. Лежишь, все, давится, суставы все. А я правильно делаю? Правильно делаешь. Немножко только спешишь. Плавнее? Ну, да, плавнее. Хорошо. Давай. Потихонечку, да. Отлично. О, хорошо. Еще разок так же. Отлично. Ага, еще разок. Хорошо, все хватит. А ляж еще вот туда. Вот туда. О, да. О, а вот то, что у меня ноги не полностью выпрямляются, это правильно? Нормально. А то они как раз полностью выпрямятся и туда выскочат. Не торопись. Потихонечку. О, хорошо. О, видишь как? Положите правильно. Еще разочек. Вот, еще разочек. Так. О! Ну что, еще подвесить или хватит на первого раза? Давайте подвесим. Я почему осторожно, потому что сказал, что с коленом не совсем порядок. Поэтому тут спешить не надо. Надо. Поспешишь и потом будешь. Хорошо, я осторожно. Потихонечку. Хорошо, раз. Потихонечку. Отталкиваемся и таз сдавливаем. И еще разочек. То же самое. Так, отталкивайся. Все, хватит. Значит, смотрите, с дыханием. Вы делаете вдох, задержка дыхания на среднем вдохе и напряжение. Не надо выдыхать. Выдох, вы уже расслабляетесь, вы уже не можете так давануть.
Следующий. По 5. Да, здесь 180 и еще 220. 220. Не торопитесь. Кстати, от этой гимнастики вес. Если не набор веса, то будет это. Вес повысится. Если слишком много, понизится. Так, чтобы удобненько было вдруг на двух ходах, чтобы лежали. Вот. Не торопимся. Поняли, да? Что вот она. Так. Ага. Плавненько. Давим. Плавненько. Плавненько давим, давим, давим. А, хорошо. Еще разок плавненько давим. Еще разок плавненько давим. Хорошо. И вот это. Это как говорится, как будущим инструктором. Если у человека какие-то там травмы, колени, какие-то болты и так далее, очень-очень осторожно, а то лучше даже ты не беритесь. Потихонечку. Отлично. Немножечко посмелее отталкивайся. О, отталкивайся. Еще разочек, правильно. Отталкивайся. Отлично. Цепляю. Вот. Готов? Да. Потихонечку. Отлично. О, хорошо работает, отлично. Работает еще разочек. Хорошо. Как, готов, скажешь? Готов. Давай. Дай, дай. Отлично. Отлично. Еще разочек. А! Вешаем. Тоже первый раз? Я занимаюсь спортом. На таком упражнении, да. Да, хорошо. Еще разочек. Еще разочек. Ну, хватит, я думаю. Для первого раза отлично. Отлично. Запомни, да, результат. Саша. А, да, Александр, да? Снимай. А я про него и забыл уже. Так, Саша, а какой вес был самый у тебя большой здесь? 600 чем? 600. Или такая высота была? Мне кажется, чуть пониже. Ага, ну начнем. Вот это упражнение, именно вот это упражнение, запоминайте, оно вот это рихтует таз, копчик, поясничные позвонки. О, лучше всего.
Потому что они все уходят вот сюда, в смысле сюда, а мы их сюда, раз. И все там костоправы стараются их вытянуть. Для этого там оно все равно потом смещается, там только деньги. Ну-ка. Нормальненько. Так. Мне кажется, надо выше. Повыше еще? Ну, ладно, давай не разок. Удобно, неудобно. По-моему, выше. Раз. Еще разочек. Хорошо, два. Давай выше, 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 выше. Все выше, все выше. И выше. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, и так как идет воздействие на таз, получается кровообращение в малом тазу у женщин, у мужчин, предстательно лучше работает, у женщин вот это все тут, гинекология, это все это улетает, вот, оказывается, вот такие вот эти. Саш, ну немножечко побыстрее надо. Ты потом расскажешь, что ты делаешь, как ты сосредотачиваешься, что у тебя в мыслях. Уже яркость зрелище. Высоковато, да. Высоковато? Ну да. Ну. Смотри, мы можем еще подложить. Две подложить или одну? Значит, попробуем. Две, да. Вот, в чем сила? То есть, лечить гинекологию. Даже тут эти все эти, если какие-то недоразвитости, дисфункции половой системы. Ну что, сейчас, по-моему, должно быть. Потихонечку. Раз. Еще разочек. Хорошо, да. Еще разочек. Ну как? Хорош, хватит. Выше, ниже или вообще вот это убрать и ниже опустить? Давайте так лучше попробуем. Одну оставь, одну оставь. Давай тут. Это уж снег как-то. Одну оставь. А палку ниже опустим, да? Да, да, давай. Пониже допустим. На третий раз только хорошо пробило. Ага. Что в мыслях держишь? Ну, ощущения. Ощущения, нет? Ага. А настрой как? Или просто? Ну, хороший настрой, да. Ну, как хороший настрой там, допустим? Да. Как? Твое что в голове? Состояние. Что в голове? Уговариваешь ты себя или... Ну, иногда ничего не держу, иногда держу мысли, но как команду даю на чистоту и все. Ага, ну, хорошо. Отталкиваемся от этой штуки. Не так даем, как отталкиваемся. Пошел, 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 пошел. Отлично. О, сейчас лучше. Еще раз лучше. Отлично. Вешаем. Саша, выбрасывай все программы, которые тебе закладывали негативные. Я просто быстрее делать и все. Да.
Ну так, она побыстрее, но плавно, побыстрее, но плавно. Силу контролируй, ты же можешь. Когда подойдем к большим местам тогда. Не ходя, бля. Некоторые представляют, что силу рода берут. Другой представляет, что он там Никола Силаминович там. Угу. Третий представляет, что центр земли тян. А можно это делать? Ну, кому как? Можно это все делать. Чтобы о, а попробуй, как тебе Коля говорил, через энергию живо, через живот, через макушку провести, через живот. Вот этот. Как помнишь он? Я просто, я когда расслабляюсь, она мне сама приходит, если я начинаю пытаться представлять. Хорошо, хорошо. Хорошо, давай. Хорошо. Отлично. Это как раз то, что я... Мысли, они перебивают все эти потоки. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Сколько там блинов? Два блина зеленых. Отдыхаем. То есть в некоторых случаях наши мысли являются, как бы сказать, своеобразной блокадой. Если ничего нет, как бы сказать, вот так все у тебя вливается. Как только мысль, она уже тут. Ну, в какой-то момент она помогает, а потом она мешает, да? Ну да. То есть, если сначала ты призываешь род, это как бы тебе помогает двигаться до какой-то ступени, а потом это может тормозить. Отлично. Пошел. Еще разочек. Хорошо. 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 Углы все нормально, да? Углы в коленах, когда давишь. Да, наверное, до конца. Ну, там можно, но нормально. Когда человек начинает, с ним можно побыстрее заниматься. Раз, когда уже пойдут большие веса, тогда значит, надо подождать, чтобы остановился, настроился. Так. Хорошо, хватит, цепляем еще. Все нормально? Да, да, хорошо. Угу. Начали? Отлично, еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Дальше. Вот это ты дал. Сколько там лучше результат был? Ну, 600 там. То ли 60, то ли 90. Угу. Я больше по пояс фиксировал. Угу, хорошо.
это деньги забирают, кто не против. Хватит? Попробуй сделать то же самое. Пошел, 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 пошел. Отлично. Еще, еще один. Отдыхаем. Хорошо, включается. Хорошо. Хорошо. Все, суставы нормально, колени. Да, чуть-чуть вот стопы начинают, ну, прям вообще чуть-чуть. А, стопы давить, да? Грив, да, так все хорошо. На холодную не сиди. Кой. Готов, скажешь? Готов. Давай. Отлично. Еще будем или хватит? Сейчас какой вес? Так. Вот это мы тут все делаем. Так, 440, 520, 600. 680, 720. Закончен? Ну, можно маленький еще чуть-чуть. 720, да? 740. 720 было, 740 составили. Давим медленно, плавно, как домкрат. Давим, давим и давим. Сила подключается не сразу, но потихоньку. Процесс инертный. А не то, что так. Пошел, пошел, пошел. Ну как оно? Разогрело? Да, хорошо. 740 запишите. Thank you.
Ручки, все. Скамеечку готовы для жима и ложа. Что-нибудь подлаживали, Галя, нет? Нет, по-моему, не подкладывали. Знаешь, я тебе сам. Тогда 200 стоит. Подожди, пока по рукам подровняйся, а я просто закрою. Ниже немножко. Не спешите веса добавлять, все, так сказать, потихонечку делайте, чтобы суставчики приспособились. Еще разок. Хватит. Точно вот эта высота. Или же что-то подложить, а поднять вверх. Не, ну нормально, просто я не могу понять, почему я так сильно чувствую руки вообще по-разному. Может быть, даже я перчатки платила. По высоте, мне кажется, нормально. Я почему-то тело чувствую здесь, как будто как в дисбалансе. Мне почему-то хочется сместиться влево, хотя по логике я понимаю, какое-то вот такое какое-то странное состояние. А ну давай-ка это сами. Оно? Да. Еще разочек. Ну ладно. Ладно. Потому что было видно, что не то. Отлично. Хватит.
еще одну подстелить. Лапка прогибается, поэтому кажется, что все ниже. Отталкивайся. Хорошо, еще разочек. Отлично, хватит. Вот здесь уже по-другому идет. Если там как-то вот оно вот больше здесь вот оно вот, вот здесь так начинается. Это энергия вот эта так вот в голове. Ну, вот. Оно не давит, оно не нету какой-то неприятное, оно вот как такое, как тор или не знаю, что-то вот такое, как. Вот такое усиление какого-то как потока, такое как расширение. И оно вот как такое закручивается, но больше не как вихревой такой поток, не как спираль, а вот как в шарик такой, в шарик. Вот такое же. Хорошо. Еще разочек. Или раз сделаем. Один раз. У меня такое ощущение, как будто все вот как будто высоковато, что ли. Или вдавливает меня уже в этот. Сюда. И вот сейчас вот поток уже меняется. Влево, прям вот у меня лично, да, вот влево сейчас усиление идет. Кстати, смотрели, что там я выложила там поле. Вот пришли поле, да, гравитационная гимнастика, оно какое-то вот такое. После гравитационной гимнастики, там я как раз выложил в вашем видео. Все это поле. А вы с самокавром? Ну, как они считают? Нет. Ну, можно сказать, аура и. Даже сейчас ощущение, как будто мне помазали звездочкой лоб. Какой-то холодок прям пошел. Там же аура одно вроде, поле другое. Можно все это дело смешивать. Ну, короче, то, что было вот какое-то вот такое, оно становится объемным. То, что где-то вмятина было, все, как это, как от давления. Вот взяли банку и это, сжали ее. Вот это так человек до. А потом надули на поп. Так, давим. Ну что, хватит или еще? Мне кажется, надо подложить, потому что мне приходится как будто приподниматься туда еще. 220 килограмм. Ну, мне кажется, есть, мне хочется попробовать, потому что такое ощущение, 300? Что я еще дополнительно как будто приподнимала повыше. Видел, да, Саша? Да, ну, например, распираться, как будто еще рыбу. Да. У меня даже такое ощущение, что я какой-то вот миллиметр уже поднимала на какой-то вот не руками, а уже как будто вот такое ощущение, что уже что-то другое подымало. Вот как левитация, да, приподнимаешься. То здесь уже такое ощущение было, что уже что-то еще. Еще тебе не хватает, если ты хочешь так как, но чтобы не вытягивать, еще не хватает. Вот здесь? Угу. Что подстелить? Есть? Ничего.
Попробую еще раз. Мне просто интересно почувствовать это, что я уже как-то в процесс включилась. Ты только уже все расперлась, а вот там уже хода нет. Да. Дави, не бросай. Как готово, так скажешь. Даже вот оно совсем по-другому. Оно уже даже легко как будто показалось. 240. Учитывая, что как у меня вообще тянешь режимы руками, прям прогресс колоссальный. Так. Изменения в голове, что-то происходит. Ну что? Холодно. Нормально? Ну, сижу я, поэтому оделся. Вам нормально? Ко мне жениться. К барьеру. Ну-ка, руки вот так просто. Правильно, руки так. Надо поставить, надо? Как удобно. Поставить. Или так держать. А тут какой принцип давления? То есть я должна... Ты же отталкиваешься от палки. Так, ширину смотри. Тоже оптимально. Значит, смотрите, здесь, вот сюда давление должно быть, вот сюда. Ага. В кость, видите? Не вот сюда, ага. А вот сюда. Ну так, попробуй-ка. Попробуй так. Отталкивайся. О, хорошо. Хотел ручки вот так. Вот так, да, вот. Вот, то же самое. Хорошо, еще разочек. Отталкивайся. Отлично. Что здесь происходит? А здесь происходит. Вот эти вот в грудном отделе, которые смещение есть, а тут смещение в грудном отделе, то есть они вот сюда идут. Если здесь они идут вот сюда, то здесь они идут вот сюда. И мы как раз вот так раз, и всех их нормально ложимся, и мы так раз туда, все это распрямляем. Вот эту часть. Поясницу приподнимаем, это. Как удобно, поясницу, главное вот это вот. Лежишь, все там, лопаточка. Грудь удобно. Должна под или плечи, или как? Нормально лежишь, нормально, да. Тут нормально давишь. Главное, чтобы удобно, и вы чувствовали, что она. Так хорошо осталось, а лежит все это. Смех говорит о том, что человек набирается энергии и вот это вот положительная вещь. Потихонечку даем. Хорошо, раз. Еще раз. Хорошо, еще раз. Отлично. Как нормально, все, да, ничего. Да, нормально, но я бы подложила. Мне кажется, что мне буквально нескольких миллиметров не хватает. Да, ровненько все. О, отличненько. Как готово, скажешь. Давай. Упираемся. Отлично. Еще разочек. Упираемся. Отлично. Еще разочек. Так. Хорошо. Хорошо. Первый раз делаешь, да? Да. Все на руки. Отдохни, как готово, так давишь. А нет перчаток?
перчаток или что скользят, мне кажется, что... Не, нормальненько. Нормально, да. Просто даешь. Готово. Да. Молодец, хорошо. Еще разочек. Давай. Отлично. Ну давай еще разочек. Так же. Даем. Отлично. Кайф. Ричико, все, кайф. Или полежи, отдохни немножко. То есть от этих занятий вы должны чувствовать вот такое состояние, что хорошо, вы как-то продавились, вот это все распрямилось у вас, стало, энергии много, радость. То есть вот какая-то гимнастика, что дает вот такие вещи. Да, вообще удивительно. А другие там качаются. Потом больше качаться, хоп, она все сдулась. Вот. Валенки не нужны, да? Пожалуйста. Да. Ну тут валенки не обязательно. Так. Просто сейчас руки. Не-не-не. Руки вот так поднимаем. О-о-о-о-о-о. Попробуем. Надо примерить. А ну-ка, попробуем доломать. Где брать ватку? А вот так на ширине плеч, вот так вот, на ширине плеч. Да. Ну, ладно. Так, вот это вот сюда. Ну и потихонечку даем, Ага, хорошо, все, опустили. Опустили. Так, все. А ну-ка еще разочек. Даем. Попробуем. О. Хорошо, опустили. Еще разок доломили. Хорошо, опустили. Так, встали. И это, смотрите, вот сюда вот плечами, то есть сюда, чуть поближе. Ближе плавно. Да. Еще. Во. Готов, так скажите, плечи там нормальненько, все там, и даем. О, хорошо, отлично, то же самое. Давай, отлично, еще разочек, то же самое. Хорошо, отдыхаем. Лечи, все нормально, лоб, да. Нормально. Как готовы, говорите? Готов. Давай. Отталкиваемся. О, хорошо. Вот здесь отлично включаетесь. Вот так точно. Еще разочек. О, хорошо. И еще разочек. Пошел. Отлично. А? Как оно? Хорошо. Сейчас будет еще лучше. Отдохнули, как готовы. Готов. Давим. Даем. Отлично. Еще разочек. Даем. Отлично. Еще разочек даем. О, хорошо. Все. Отдыхаем, вылазим. Так, 240. Ложимся и руки сейчас вымеряем.
вымерли на руки. Во! Во! Сейчас так. Саш такие же. Так, это хорошо. Ножки опускаю. Ножки, да, вот так вот опускаю. Значит, это сейчас подождите, не спешите. Встаньте, пожалуйста. Сейчас. А ну-ка, ложитесь. Так, можно немножечко вот так вот. О, вот так вот. Ручки. Так, не спешите. И давим медленно, плавно. О, хорошо. Еще разок так же. Отлично. Еще разок так же. Ну как оно? Отдыхаем. Нормально сейчас? Пошло, да? Хочется ноги поднять, правда? Ну, поднимайте ноги, когда будете заняты. А, вот так. Ну, так. Как готовы, так давим. Не торопясь, как домкрат. О, отлично! То же самое. Давим. И еще разок. Пошел. Хорошо. Как отдохнули? Говорил. Пошел. О, еще разочек. Дэм. Хватит. Ну что, хватит? Хватит. До первого раза. 220. Да? 220. Угу. Так. Пускай так. А, Александр еще, юмор, его уже сама все забыла. Вот сегодня как это, невидимка. Так, что мы там это? Что мы это? Подлаживали что-то? Давайте попробуем. Лишь подложим. Так, там ниже надо поставить. На две, да? Лавочку садиться, смотрите, чтобы это не замерзло. Да тепло. Энергия пошла. Ну что? Может быть, лучше подложить штуки две там? А? Не? Давай. Хорошо, еще разочек, отлично, еще разочек, и еще разочек, все. Так, сколько, говоришь, там лучше был? 340. 340 был? А, здесь, да? Да, прошлое. Как готов, говоришь? Готов. Пошли. Отлично. Еще разочек. И еще разочек. Дай-дай-дай, все. Хорошо. Хорошо, отдыхаем. Thank you.
Хватит. Хорошо, хватит, хватит, хватит. Сколько было? Подложи, Геннадий Петрович. Одну, две? Ну, давай две попробуем. Угу. Пошел, 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 пошел! Хватит! Сейчас будешь давить, давить, давить. Не бросать. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Ну что, еще они хары? Еще разок можно еще.
То есть уже вот на таких больших весах, то есть человек уже должен мобилизоваться по полной. И вот как энергетику определять. Человек, ну, пришел примерно, дошел, грубо говоря, 500 килограмм поднимает, а там у него одна энергетика. Потом он позанимался, грубо говоря, стал 700 поднимать. Уже у него больше, он чувствует, как определяется. А то так, а, у меня больше, я там набрал. А как бы критерий нету, почему там примерно судить. Это, ну, самый простой критерий, это вес. Пошел, пошел, пошел. Даем, 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 даем. 400 килограмм. Первый вес, который одолели у меня в спортзале. 400 килограмм. Все, можно вылазить. Или отдохни. Чуть-чуть дальше. Полежи. Полежи, полежи. 180 и 80. 260, 80, 340, 360, 380, 400. Можешь рассказать свои впечатления? Наполняемся еще. Красный лежит. Сколько там Аня было у тебя? А, в прошлый раз на это 620. Ну, я сейчас попробую посмотреть. 620. Валенки не скользили. Валенки скользят. У тебя уже вы сами все приспособления, да? Вот эти? Да. Да. То есть он идет так, как говорится, базовая комплектация. Ну, так, чтобы... Хотя на базовой комплектации я там, по-моему, тонну оторвал. А это...
На видео было заметно, что вот эта часть поднимается. И пришлось ее там переделать для того, чтобы эта часть, то есть тренажер, когда вес большой, он начинает отрывать сам себя. Вот. А, чтобы упираться в этот тренажер, вон там приварены эти, он получается так, распирает себя, но не отрывает, не вырывает из этого. Ну и что? Будь смелее, кроват. Можно там посидеть. Что-то там подлаживали под это? Нет, подсветку. А, да, что-то подкладывали. Ну-ка, давай примерим. Ну-ка, остановись-ка. Раз. Сейчас. Натянули. Так. Во. Ну что, высоко? Это только если на носочки вставать, да. Высоко, да? Да. Так, хорошо. Так. Так. Натянули. Натянули. Вот, хорошо. Сюда, да. Ну-ка. Тоже, наверное, высоко. 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 Да, высоко. Так. Пониже. Натянули. О, 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 оно, да? Угу. Ну-ка, слегка долонули. Хорошо. Оно? Да? Голову подняла. О! Смотрим вперед и ножками. Хватит. Хватит, 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 хватит. Нормально? Все? Да, да, да. Ничего не надо, может еще вторую подложить? Можно подложить, да. Так, вот так, подсели, угу. Натянули, о, мне кажется, вот это то, что надо, да. Это будет то, что надо. Не спеша, ножками. Уперлась, уперлась ножками. Нормальненько все. Даем. Еще разочек. Еще разочек. Хорошо. Отдыхаем. Отдыхаем. Еще разочек. Хватит. Слушай, давай-ка это. Еще, да, что-то пониже. Что такое? Что я поднимаю? Уже не только чем-то бедрами, чем-то еще. Походи, походи. Ощущения совершенно другие, нежели даже на предыдущей тренировке. Я помню первые тренировки, там как воробушек, ничего не понимаешь, вот так все колдыхает, все состояние сознания, вот так это, вот так. А здесь уже понимаешь, так, что-то не то, как-то не так, что-то тут. Интересно. Нормально, суставы, все. Да, все хорошо, причем уже как бы вот здесь уже, пока на этом месте, еще чувствую контроль колена. Я чувствую, что все-таки вот оно идет, как бы вот уже левое, правое, есть некий дисбаланс, да. Из-за того, что на
долгое время сидела на одной ноге под попой. То вот в эту это... точку упираетесь, вот в эту точку упираетесь, ваша задача, в нее так давить. Все. Подсели. Натянули. Ну, сейчас как? Хорошо. Хорошо. Медленно, плавно ножками даем. Уперлись, уперлись, уперлись. Так, пониже чуть-чуть. Ага. Пошел, 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 пошел. Так, еще едет. Может, все, чуть сюда ближе подойти? Ага. Вот так. А ну-ка, ну-ка, вот так. Пошел, пошел. Что толкнуться? Хорошо, хорошо. О, совсем другое дело. Ну-ка, давай еще разок. Вот она, вот она, вот она, еще разочек. А, вот оно, вот оно. Видишь, как нашли эту все точку. Да. Если точку не найти, вот так вот и будет, непонятно что. Сейчас энергия вот здесь так сильно. Хорошо, хорошо. Как готово, так скажешь. Давай. Пошел, 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 пошел. Отлично. Раз. Еще разочек. Два. Еще разочек. Пошел, пошел, пошел. Хорошо. Отлично. Отлично, Константин. Отлично. Отдыхаем. Готово, так скажешь. Тело адаптируется к это, к энергиям, прям чувствуется сильно адаптация. Отлично. Еще разочек. Ножками, ножками, ножками. Отлично. И еще разочек. Так же, дам, 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 дам. Надо сразу было давить. Все, хватит. 640 килограмм. Дыхания не хватало. На том же. Но это тоже хорошо. Фу. Да? 640. На 20 лет, но у меня такое ощущение, что просто даже организм просто адаптируется. Да, важно не спешить, чтобы все это приспособилось. Потому что когда тоже колени начинают в разные стороны, тоже ничего хорошо. Нет, колени шли нормально, это последний раз. Да? Надо было последний раз. У меня воздуха уже не хватало. Да. А здесь какой принцип? А вот видела, как давили, да? Ну, отчасти. Отчасти, да? Крестцом, да. Так. Сейчас. Начала. Здесь эту подсела. Натянула. Потянула. Так, так, подожди, подожди, подожди. Все, 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 нормально, нет проблем. Да? Смотри, давишь вот сюда. Вот. Ну, ты уже стоишь, в смысле, тут тебе уже давить нечем. Все, подсела. Подсела. Сейчас. Раз. А ну-ка еще разочек. Сейчас выберем. Опять все, ноги уже выпрямили, да? Да. Все, подсела. Так, раз. Сделаем вот это. И сделаем вот это. Три.
коленочки постарайся, чтобы у тебя... Во, 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 во. И вот сюда просто давишь, ножками давишь, упираясь. О, отлично. Еще разочек. Еще разочек. Почувствуй вот это движение. Во. Она вот так вот, раз, задница, да? О, отлично. Еще разочек. Хорошо. Так. На два разика. Ну-ка, так же. Хорошо. Ножки нормально, все. Да, отлично. О, вешаем. Красно. Вешаем. Сейчас тебе понравится это упражнение. Многим очень нравится. Ножками. Отлично. Раз. Хорошо. Два. Хорошо. Вешаем. Сейчас тебя смех проберет. Уже начинает. О, хорошо. Еще разочек. О, хорошо. Вешаем. Может, походишь? Нет. Нормально, да? Да, прекрасно. Давай. Отлично. Потихонечку давим. Отлично. Так. Опа. Вам осторожно это делать с коленкой. Потихонечку. Опа. Упирайся медленно, плавно, чтобы тебя не болтало. Смотрите, надо упираться медленно, плавно, чтобы у вас вот так вот никуда не вихляло. Все, хватит. Можно еще? Ну давай, вешай. Сейчас можно смеяться. Разрешается. Да. Плавненько давишь, чтобы тебя не водило никуда. Так, сейчас. Может, подправить? Не на пояснице, да. Да, я поняла, да, я поняла. Здесь? Что? И чтобы коленки не шалтало, не да. Вот уперлась ими так и давишь. Потихонечку давишь, 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 давишь. Вот. Видишь как? О, отлично. Еще разочек. Так же давишь. Хорошо. Еще разочек. Давишь, отлично. Видишь как? Еще разочек. Еще разочек. Побыстрее давим. О, еще разочек. О, все. Можно смеяться. Все, бросай. Бросай, бросай. Нормальненько, все отлично, хорошо. Отлично, прекрасно, нет. Все. Оставляем один блин. Она бывает аж подбрасывает вот так. Да, вот это вот занятие должно идти, как бы сказать, в кайф. Так. А ну-ка встань и наклонись, я просто тебя примерю, вот как ты говоришь. Ага, спинку прогнул, спинку прогнул. Так, сейчас я примерю. Вот так. Подсел, подсел, натянул, о, вот сюда даже, слушайте, все делайте по команде, не надо это самое, не надо ничего делать, вы встали, 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 ноги, смотрите, не вот так ставите, а то вот так все у вас уйдет, а вы немножко сюда, чтобы она вот сюда, во, во. Погоди теперь, смотри, что мы сейчас сделаем. Как красиво будет. Как красиво будет. Так, подсел, подсел. Не стесняйся подседать. Так. Так, сейчас, сейчас. Подсел, 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 подсел еще. Так, давай, натянул. Натягиваю вот сюда. И еще вот вы будете делать. А? Куда вы будете? Сюда. Правильно, да, все? Да, все. Вот будете смотреть, вот особенно сзади видно, вот этот сильнее выпирает, этот меньше, тут уже перекос есть. Потом стоит вот так, а вот сюда куда-то его занесло. Так, головку поднял, ножичком мягенько, мягенько.
и прислушиваемся. Ногами, да? Да, да, мягенько, ножками, ножками. Во-во-во-во, молодец, отлично. Немножко посмелее ножками. Так, во, во-во-во-во, вот это вот движение. Не-не-не-не, немножечко помедленнее, плавнее, как домкрат. О, во, еще разочек. О, видишь, заулыбался. То есть наш этот... Расслабился. Наш вот этот, как бы сказать, крестец, он любит, чтобы его как-то расслабили, поработали над ним. И он тогда заулыбался. Давай, потихонечку. Вот, еще разочек. Отлично, еще разочек. А, хорошо, чувствуешь, чем давить, что давить. Вешаем еще одну. И смотрите, делаем, почему медленно, плавно, и прислушиваемся вначале, чтобы вы чувствовали, что у вас нигде ничего не рвется, никуда ничего не сталкивается. Вот почему еще медленно, плавно. Особенно на первое занятие. Давай. Потихонечку даем, даем ножками, ножками даем. Ножками даем, вот. Давай, ножками даем, вот сюда упирайся, вот. Еще разок, вот сюда упирайся, вот. Паленько, еще разочек. И еще разочек. О, хватит, хватит, хватит для первого раза. Для коленки, для коленки, да? Да, потому что коленки, не ясно, непонятно. И чтобы в колени там пошло, да, про эти процессы исцеления, да? Да, он здесь ни в коем случае не исцепить, все, подсел. И вот это самое. Ничего, что я с вами буду на ты. Тебе это потихонечку, по двадцаточке вот так вот набавлять. И все, чтобы это было. Потому что вот когда сразу набавят там килограмм 80, допустим, то тогда не получается. А человек еще не готов. Так. Ну-ка, поднялся, натянул. Ну что, давай. Как? Это высоко очень. Высоко, высоко. Так. Я надо, да? Ну, давай я. Оттуда не уйду. Ага, натянул. Натянул. Сюда надо. Еще высоко, ну-ка. Ну я через носочки могу только поднять ее. Не-не-не. Значит, еще. Просто стройный и кажется высоким. Давай. О, да, вот так. Вот ты. Вот ты. Не сильно широко ноги. Да, нормально, высокий. Сними, пожалуйста, еще. Немножечко сюда. О, сюда и ножичками вот сюда, тазиком. Даем. Вот. Смотри вперед. Вот. Еще разочек. Вот. Еще разочек. Хорошо. У тебя спина не болит? Ну, у меня вообще не чувствуется, ничего. Ничего не чувствуется, да? Нет, вообще она и не болела, да? Ага. Да, и так же. О, хорошо, хорошо. Опа! Еще ручку. Вешаем. Вот это движение тазом, да, поймали? Тазом. Раз, вот. Два, еще разочек, три, и еще разочек, четыре, отлично. Оп. Как готов, так это. Хорошо, хорошо, еще разочек, отлично, вешаем это. Так же. Так же ножками уперлись. А, чувствуешь уже, как уперся, да?
Вот туда. И еще разочек. Все, хватит. Хватит. Это 40, по-моему, да? Лордоз с кифозом, да, перепутанными местами, как бы у меня что-то запирает. Он должен быть внутрь вогнут, а он наружу вогнут. Ну, это будет как раз туда его толкать. Это когда кости прекрасно. Кости мягкие, да? Ну, это я быстро вырос, да, и сидел за платой так согнуто, и он компенсировался. Так, два упражнения вы делаете, да, и не будем. А где что... пояс еще? А? А Саша пояс еще. Фу ты, ё-моё, что это? Что я... Саша, я поняла, я в прошлый раз тебе говорила, твоя гордыня. Что такое? Все время ускромняют. Один блин снимай. И вещи красные. То есть в любом случае вы со своими будущими учениками поступаете очень осторожно. Никуда не гоните. Раз все растет, все это. За год они хорошо поднимутся. Ну давай. Оно или ниже? Давай, примерим же себе. Чего? Пониже, да. И вот это чуть-чуть можно в прошлый раз повыше отрегулировать, да. А, вот эту штуку? Да. Вы говорите, за год, да, будет результат, а ходить по раз в неделю? Нет, сначала там 3-4-5 раз, по-моему, раз в неделю, а потом увеличивается раз в месяц, да? Ну, у самодумова раз-две недели. Так, раз-две недели. Если хорошее, чтобы результаты были, это желательно раз в недельку, да. Чтобы вы там дошли до каких-то таких хороших весов. А потом уже, можно будет и раз там в две недели, и раз и в месяц. Это связано с тем, чтобы не навредить. А то только раз, знаешь, пришел, обещание. Как там кто-то написал, обещание, что там тонну поднимешь там через полгода или еще. Комментариях кто-то писал. Ну да. Кто-то мне пообещал. Ну, одно дело пообещать, а другое дело все это переварить. Сделать. Как, нормально или как-то там это самое? Что я делаю, посмотрим. Ножками. Хорошо. Ножками, хорошо. Ну, еще разочек. Ну, как она? Выше или что-то подрегулировать все-таки? Пока хорошо идет. Пока хорошо идет. Сейчас посмотрим. Это на 520. Отдохни. Вот для чего. Потому что приходят разные люди. И обязательно узнаете, чтобы ни болтов, ни гаек у них все, нигде не было. Кто начнет заниматься, все это начинает плющиться. Чтобы внутри было, да? Что-то. Да. Вот там позвонки бывают, скрепят. Еще там что-нибудь там. Суставы там нет на стопе. На стопу говно нагрузка идет. Вы просто сейчас еще не прочистили. Ты уже запотел. Сама заливается. Ножками. Еще разочек. Ну что, все-таки надо это, что-то подрегулировать.
кажется, нет? Его подложить, может быть, это сюда, на крестец. Нет, а если на крестец, это, нет, если... он просядет ниже, ему надо чуточку выше. То есть наполовинку чуть выше, а потом, допустим, тебе подложим. Ну то на одну давайте поднимем и это. На одну, смотри. Подложим. Вот. На одну. Вот так. И, вот. И подложим. Отдохни, я тогда тебе покажу. Да, валик одевайте, греется. Из сырой пищи для себя сделайте выводы. Угу. Зимой будете мерзнуть. Даже перец чили не помоет, просто у нас есть сыроеды знакомые. Не, ну зачем? Она вот не идет, а вы как-то хотите там это перца. Она еще что-нибудь обожжет перец. Доширака захотелось. Вот, доширака там, да, сюда. Доширак легче переварить, поверь, чем в холодную погоду. Там фрукты, как они переохлаждают. Это будет нормально, а так вот. Якобы это хорошо, но практика показывает далеко от этого. Лучше сальца, смальца. С кашей. Да. Так, подожди. Сейчас. Встал. Так, хорошо. Паз ниже опустил. Натянул. Ну-ка. Ну! А? Как оно? Дальше. Ну-ка. Ножка мне спешу так. Раз, еще разочек. Даем. Два, еще разочек. Пошел. Хорошо. Ну что, нормально? Ну, полегче, да. Все нормально, да? Что тут я? Как готов будешь, скажешь, я тогда тебе предложу. И еще разочек. Пошел. Отлично, отдыхаем. Того, чтобы колени выпрямить, как будто вот еще немножко либо подложить, да, либо ну как было, может лучше сделать. Может одну убрать, а может снизу под ноги. Не, мне кажется, одну убрать подкладочку. Не, ну вот или добавить, чтобы ну колени вот прям почти выпрямляются, то есть да. А вот, ну тогда либо... три что сверху добавим, да, да, вот так три. Давайте попробуем. Давай. Нет, опустились.
натянули, удобненько поставили, натянули, натянули, как готов, так. Пошел, 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 пошел. Хорошо. Еще разочек. Даем. Два, еще разочек. Пошел, 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 пошел. О, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Надо сочинить стихотворение про хорошо. Почему-то зазвучало, да, у тебя тоже и у меня. Лем как-то завибрировал, когда Геннадий Петрович сказал это слово. Наша задача давить. Давить и все. Есть, отлично. Не 640, а 740. Сажу на 100 меня перепрыгнуть. Не хватает, может, все-таки вот пониже взял. Что, еще подойдешь или хватит? Ну еще и вот пониже я бы. Ну давай. Пониже. А одно убрать, наверное, или две убрать? Две, наверное. Подкладки. Давай. Это было 740. Это 760 будет. Угол не тот, да? Да, невозможно да. Приложиться. Давайте попробуем. Подвесил, да? Давай еще туда. Раз, подсел. Натянул. Нормальненько? Да. Все. Как готов, так это. Ножками давить, 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 давить. Еще идем. Еще идем? Ага.
800. Так, у нас Александр решил на 800 зайти. Походи лучше, походи, это, кружочек сделай, отдохни. Александр у нас цели себе поставил за динамическую гимнастику, как раз расширить по... Сейчас я перчатки возьму. Значит, тянуть, тянуть и тянуть, задача. Не сразу вес тронется, тянешь, тянешь. А, все. Потянули. Тазом давишь, давишь. Пошел? Еще раз попробуй. Надо было встать более-менее как-то, да? 840. Как говорится, счастливый помост. Походи. Отдохни. Организм будет переваривать вот эту вот энергию, которую он пропустил через себя, отрывая эти 840 килограмм. Там могут быть самые интересные такие. Другие феномены. Спать меньше будете. Еще что-то там такое. Есть меньше. Хочется. Меня уменьшилось желание. Можно по одной снять. Так. Теперь на Александра подготовился. А? Тут. Саша отдыхает его все. Тут не Александр. Нет. А ну-ка подойди сюда. Я только четвертое делал, пятое я еще не делала. Угу. Ну-ка как бы подсядь, как ты будешь поднимать. Смотрите, вы далеко стоите. Это все равно, что так что-то не нести. Угу. Вы буквально вот, вы подходите. Вот, грубо говоря, нет. О, ага, что хотел бы сюда. И ножками, опять все ножками. Угу. Так, ну, попробуй это просто встань.
Достань. Как она прогнулась? Спинка прогнула. Как? Удобненько, да? Ну все, хорошо. Значит, ремень одеваем, лямки берем. Я вот это сама научу. А этот ремень, я его не привешу. Вот он. Вот, давай пока еще рановато. Занятие там 3-5, чтобы немножко укрепились. И потом это. Потому что это очень на поясницу как бы. Вроде. А на самом деле тут на живот, да. Потому что на живот внутрибрюшное давление большое. Угу. Теперь смотри, как мы делаем. Бери ту, бери ту. Вот как я. Как я вешаю. Вот. А потом смотри, это вот так. Вот, вот внутрь. Вот так вот. Вот так, да. Вот так. Так вот, сюда поглубже затягивай, да, приседай, вот, вот. Ручку так же держишь, раз, нормально, вот. Опа, давай следующую, следующую, что тут у нас? Следующий вот так раз. Вот сюда вот. Так, ровненько спинку. Спинку ровненько. Головку приподняла. И вот так вот. Ножками. Раз. Выдох не делаешь. Вдохнула, задержала. Спинка ровненько. Вот, хорошо. Ближе, ближе. Еще. Все, хватит. Привязана будешь стоять. Вот так вот. Почему-то когда первый, второй раз еще нейронной связи недостаточно сформировано. Стоим. Вот. Как готовы. Отталкиваюсь тоже стопами, да? Да, туда, отталкиваюсь стопами и все. О, хорошо. Еще разочек. О, хорошо. Стоять. Стоять так же привязано. Там, не помните? Что 100 с чем-то? Вот это? Или сколько? А нет, сколько? Не помнишь? Подожди. Ну, что-то маленечко. Не тяжело? Тягость 20 было. Так. Ноги чуть шире. О, ноги чуть шире. И руки? Спинка, да, пускай спинка ровненькая. И потихонечку, потихонечку, не спеша, как домкрат. Пошла. Хватит. 220, ё-моё. Куда? Сразу. Подготовка грузчиков. Это нам вчера заказ сделал друг Ростислава, говорит, сделайте мне настройку кого-то вон этих Марвелов команду, подготовьте. То есть очень осторожно, давление большое идет на живот, чтобы ничего там не повылазило, а то смотрел там наш один какой-то. Ну ты на выдохе делать диафрагму? Не. Все. Средний вдох и задержали. И тогда только идет.
Там, наверное, уже сила первых трех тренировок, да, уже аккумулируется где-то частично. Ну, нам важно подготовить вот эти вот связки, все, потому что все может вылезти. Чтобы у вас люди не спешили. Почему 120 и хорош? Угу. Что-то я забыл. Нагрузили. Так, ремень, лямки. Вот, Саша. Ремень, лямки. Так это, сейчас он в Аргентину там переехал. Здоровый такой, ну, если мяса много. И чего? Спрыгнул со сцены там, ну показать. Да, спрыгнул. Немножко подвернул колено, у него болело. И тут еще, ну я не знаю, от этого, не от этого, пупочная рыжа. То есть мясокомбинат 140 килограмм весит, мясо там. Пока без лямок. Да, делай с лямками, не надо это самое. Тогда еще раз покажите. Запоминаю. Угу. И это, еще разок, не берите вот так вот. Вот тут может оторваться у вас. И часто это травма, которая рвет. А я бы тебе тогда подвесил бы. В смысле, лямки тебе помогут пойти. А. Я бы тебе помог ходить. Вот. Вот эта вещь выворачивается. Внутренняя она выворачивается. Вот это так идет, а внутренняя сюда только раз. И получается, вот смотри, Саша, вот эта ручка вот сюда подеваешь. Вот. Сюда ее только раз. И сюда. Хопа. Ты можешь сверху брать палец. Что ты такое? Да, сверху бери. Вот, а это вот поподсовываешь. Давай, раз. Вот она уже вывернута. Mm-hmm. Это вот отсюда. Только раз. Палец убирай. Палец. Вот. Mm-hmm. Да? Вот она как идет. На зажим. Вообще даже вот так не надо брать. Не спеша, вот так, да, где-то. Может, давайте еще повыше, наверное. Ну давай повыше, да. Наверное, повыше. Если там натянуть, я натяну лямки. Натянуть? Сама думал, своим девчонкам лямки наматывал. Спинка ровненькая спинка, вот правильно вообще-то стал, хорошо. Нормально. Правильно вот это стал, да, хорошо. Он повыше не пойдет? Да нормально стал, хорошо, нормально стал. Теперь прогиб туда, о, и пошел ножками, о, вот это вот то, что надо, еще разок. Хватит. Сколько там вес у нас был? Так раз. Да. Посмотрите. Ну ладно, мы так раз 260 и хватит. Максимально у меня натяги был. В районе 400 с чем-то. Ну ладно, тогда прибавим. Тогда прибавим. Ножками. Хорошо. Раз. Отлично. Стой так же. Еще два раза. Отлично. Стой так же. Отлично. Еще разочек. Все. Можно отдохнуть. Вот потом прикрутим эти лямки. Можно отдохнуть.
Так, 360 мы поставили. Что штука, же 400 это было? Ну, 400 с чем-то. 400 с чем-то. А это тогда, уже здесь со мной, или это вообще? Нет, это было это сейчас. У других, да? В Магнитогорске было. Mm. Это у этого? Борис Николаевич. Борис Николаевич Ойченко. Ну, до этого я сам делал, вот в обычном спортзале. Uh-huh. До приса где-то в районе там, с каких-то 400, да, я все блины вешал. Там дрифтами весь длинулся. Ну, а вот, а 400. И там потом до 440, по-моему, нашли. Присели, втянули. Ну, где-то, ну, плюс-минус то же самое было. Угу. Разносим другой. Спинка ровненькая. Хорошо, раз, еще разочек. Отлично, хватит. Хватит. Как она? Хорошо. Хорошо. Хорошо, хватит. Хватит, хватит. Хватит. Еще или в смысле вес? 420. Мне кажется, можно еще. У тебя был ресурс еще. Ну можно еще. Пятачок. Пятачок. Хорошо. 440. Может, походишь или? Пойди, пойди. Это смотри. О. Раз. И сюда. Затянул. Так. О. И так раз. Медленно, плавно, как бульдозер.
Тут 480 этот между навесил. 480? Да, сейчас. 180, 260, 340, 420 и 40. 420, 40. 460. 460. Я думаю, на этом надо остановиться. Харе. Так, кто у нас там тянул? А, уже тянул, да? Да, да. Ну, теперь следующее упражнение, да? А вот это упражнение, оно очень хорошо укрепляет позвоночник весь. И особенно вот этот вот холку равняет. Где тут она? Ну, тоже очень осторожно надо делать. Очень-очень-очень. Которая будет упражнение. Что? Которая будет упражнение. Да, вот сейчас. И сильнейшим образом она действует на вот это, на пах. С чем-то? На пах. А если сетка стоит в паху, то есть паховый грудь? Да не надо там, сетку там потихонечку начинаешь, и тогда нормально. А то там сетка. Сетка еще лопнет. Потихонечку начинаете. А на пятое упражнение нужно одевать? Пояс обязательно. Латы не обязательно. Что не обязательно? Ну как рыцари. Латы одевают. Еще что-то такое. Ну как, она бьет в голову? Вот это, вот это упражнение она еще. То есть, чем она еще, как бы сказать, оно начинает, будем говорить, вот так вот. Пошел, вот эту тягу делаешь, она вот через вот этот вот позвоночник туда, вот, а почему еще назад, и она как раз туда, грубо говоря, пробивает вот эти все там, какие имеются там, пробки, там, заторы, приторы, приоры. К барьеру. К барьеру. Я не делала пятый, результатов нет. Так. Становишься, просто становишься. Ну, сейчас. Вымеряем, вымеряем, вымеряем вот так вот. Вот так. Ну, вот так. Чуть выше, да, еще чуть-чуть. Вот так? Вот здесь, да, где-то тут. Точно? Оттуда посмотреть? Ровно? Ровно, да, сюда, да, да, да. Вставляй, вставляй. Ну-ка, попробуй. Сесть. А, я не показывал. Да. Задача вот так только. Раз, свели лопаточки, и вот она у вас вот здесь вот. И вы ее такая, ух ты, и не оторвал ее. Ой! Вот так вот. Так, мы это. Это у меня угол слишком это большой. У нее уголочек поменьше. Уголочек поменьше. Спинка ровная, головка приподнятая, здесь все прогнуто, 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 и потихонечку ножками, 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 ножками даем. О, хорошо, встань сюда чуть поближе. О, вот так вот, так же прогнуто, давай, сюда как бы, пихай ее. Вот еще разочек. Ножками, отлично, еще раз ножками. О, отдыхаем. То есть важно все это наладить, настроить, чтобы это было. Сразу же? Угу. Интересно, здесь очень сильно чувствуется уже вот этот, вот, вот здесь, если по чакровой системе. То есть, ну, в тех больше здесь больше было, а почему-то сейчас у меня сюда ну, ушло. Ну, сама думал, продумал все эти, по чакрам, по этим все, как оно должно быть. Угу. Спинка ровненькая и ножками. Пошло, 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 раз, хорошо. Еще разочек. Еще разочек. Хватит. Смотрим, смотрим, смотрим вверх. Смотрим вверх. Отдыхаем. Отдыхаем, все нормально. Угу. И казалось бы, вот это упражнение, оно плющит спину. На самом деле, оно его лучше всех
укрепляет. Удобно, на плечах она все лежит. Подбородочек поднять. Спинка закреплена. И ножками. Ножками. Даем. Хорошо, раз. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Все, хватит. Все. То есть тут очень осторожно. Так, по 10 килограммчиков. А и вот к концу вот я почувствовала раз, энергия вот сюда пошла, вот в эти вот лобные доли прям вот. И здесь. Волосы. Прям вот за висками даже. Вокруг ушей вот это. Хорошо расслабляется шея. У многих шея болит из-за того, что вот они как-то это. Здесь шея отлично расслабляется. Человек там ехал еще как-то. То есть для шеи. Класс! А можно попробовать нам это упражнение? Да, попробуйте. Сейчас, Александр, попробуйте немножечко. Может, тогда не передохнуть немножко. А, ну давайте. И всегда делайте медленно, плавно, как бы осторожно, прислушиваясь к себе. Не где-то у вас суставы не лозят, спину вот так не вихляет, да. Чтобы вы вот это вот чувствовали, вот это. Знаете, почему? Так, еще раз. Вы делаете это все. А, да. Остановить. Задача. А то. Ну что, давай. Видел, как я брался? Еще разок показать. Ну, давай. Показать? Давайте. Ну давай, отойди. Отойди немножко. Вот, вот отсюда вы заходите, берете, да? И вот, они сводятся лопатки здесь. И вы уже здесь вот, выставляетесь и давите вперед туда. Как бы вот так. А спина должна ровно быть, чтобы у вас не было вот это вот движение туда. То есть замок поясницы, да, Саня? Ну да. Да, потому что нам это не надо. Ножки шире. Слушать меня внимательно, еще сюда все хорошо. Да. Хорошо. Ага. И ножками даю. Ножичками. О! Нормально. Еще раз ножками. А, я попаду. Да, не подавай сюда таз. Вот, нормальненько. Ножками. Вот, вот хорошо сейчас. Ножками хорошо. Еще разочек. Хорошо. Повесь пятачок. Не надо его. Пятачок. И хватит. Ножками. Хорошо. Поровнее ножками, чтобы таз не гулял. Ножками даем. Хорошо. Еще разочек. Давай. Обращали внимание, что таз туда-сюда ходит? Ага. Он, ну вот это не надо. Вот стали, и он так давит сюда. Потому что если вот эти вот движения, она могут там. Так, вот мне как будто кажется, как будто ноги у меня прямые, даже рычага нету. Да нет, она нормально идет. Ты же понимаешь. Да. Сейчас вот так. Ну сейчас мало. Ты как-то до этого по-другому. А надо дальше попу немножко продвинуть. Все, хватит. Там можно там отрегулировать. С первого раза как бы трудно поймать. Будете, да, делать? С первого раза трудно поймать.
Так что это все регулирует. Больше давайте. Я вам рассказывал, что пришел один такой высокий, 20-летний парнишка. Вот. У него ноги были разные. После первого упражнения раз до места встал, и ноги стали разные. Бегал возле зеркала, смотрел. Потихонечку. Раз. Потихонечку. Спинка ровненькая. Два. Еще раз так потихонечку. Может еще выше? Вот это. Ну так эффективнее, чем выше, тем эффективнее. Чтобы я тянулся. Нет. У меня есть опора. Нет, по-моему, тут слишком большой угол. Большие веса не пойдут. То есть здесь в чем заключается? Этих упражнений в том, что углы минимальны для того, чтобы вот эта большая энергия прошла через ваши кости и активировала костный мозг. Поэтому вот она самая, знаете, выбираются углы, где развиваются самые большие усилия. Чуть ниже буквально, таки на пол сантиметра, и ты не струнешь этот вес. Чуть выше, оно уже нечем стравливает. Вот это вот. Вот эти, видите, палочек сколько-то. Вот это раз, подлаживаешь там. Вот, уже получше. Финка ровненько. И ножками. Ножичками. Только ножками, да. О, хорошо. Раз. О, уже лучше, да? Два. Лучше. Плавненько опускаю. Три. Ну что, хватит? Да. Нормально прочувствовали, да? А когда вес такой, ого-го, он как шибанет сюда, потом в нее уцепишься и отходишь. Так, кто у нас? Сейчас я помечу. Александр. И вот как гимнастика для восстановления суставов. Вот это супер-дупер. Поясницы, грудного отдела, шеи, тазобедренных, коленных, голеностопных, локтевых, плечевых. Вот. Без всяких заумных весов, заоблачных таких. То есть чисто. Вот так потихонечку расчешь, чуть-чуть перерастешь, а потихонечку. Вот гормонально-заместительная терапия, вот эти качки используют, гормонально-заместительная терапия. Так вот эта вот штука вот, прекрасно все это заменит, без всяких этих гормонов. Да, я прям почувствовала, после последнего у меня вправо лишнее пошла. Ну, восстановится там, все это восстановится. И, но для восстановления, вот, для здоровья, я думаю, раз в две недели маловато, просто они сделали из-за того, что там у них цена большая, люди не потянут по десятке платить каждую неделю. Mm-hmm. Вот. А раз в недельку там, за это, вот это то, что надо, они так джик-джик-джик. Ну и как правило люди позанимаются, я не знаю, занятия 20-30, что-то там это. Получили еще, да. Отошли. То есть текучка. А вы сколько времени занимаетесь? Я уже 4 года. 4 года. Вот в марте пойдет 5. Вот. То есть не заканчивается. Я с того тренажера начал. Пошел. Потихонечку. Да. Ножками давим.
Хорошо. Вот так вот, да, именно так. Еще разочек. Хорошо. Хорошо, все, закончили. Хорошо. Сколько там было, говоришь? Ну, 440 тоже где-то. Здесь? Да. Тогда. Вот так, новые. Все это подтянется, наберется вес нужный, вот нужный, то, что надо. Там, где что-то торчало, встанет на место. У меня, кстати, первый раз после всех тренировок вообще не болели вот эти места. То есть я поразилась, мне всегда была такой ужасная боль вот здесь, а сегодня вообще не было ничего. То есть вот в этой области вообще не было. Это надо правильно становиться, валенки и так далее. Ножками. Отлично. Еще разочек. Еще разочек. Хватит. Хватит. То есть, что я делаю? Я смотрю на него и, как бы сказать, я пытаюсь понять, насколько он, ну, будем говорить, работает, и сколько ему можно там добавить, грубо говоря, что он может. Настраиваетесь на его волну? Ну, то есть я... Почему я говорю еще или все? Отлично, еще разочек. Хватит. А сейчас я чувствовал, как бы вдвоем с ним чувствовал, как он идет. Куда он идет? И сколько веса добавить? Рано бросил. Не успела подключиться. Она только пошла, а он уже бросил. Не торопись. А по одной есть какие-нибудь? Я свечки положить. Если что, по... Тебе надо было немножечко поупираться. Ну сейчас, да, сейчас. Пошел бы. Ты выше поднял, да? Да, повыше поднял. Рано бонусом. Вес пошел. Я вот чуть-чуть почувствовал, что удобненько, а то смотри, ну, сейчас, сейчас.
А? Или еще выше? Еще чуть-чуть. Так. Да, хорошо. Еще хочешь добавить? Сколько уже? Может, чуть-чуть только не помогает. 420. Так, это 260, 340, 420. Ну давай вот эту подбавим. 420, 440. Будем наблюдать? Давай со мной. Закончим на позитивной ноте. То же самое. Держит. У меня же есть чем сравнить в Питере, как бы я же недавно тоже новичок, и в Москве, и потом у вас, и как бы вот. Аня, это рекорды какие. Ну да, ну за то, что потом все равно вот это как... Это как в анекдоте. Мне дают взятку 4 миллиона долларов меченными купюрами. Скажите, это меченными же, вот это то 4 миллиона. Хотя бы по 4 миллионам, да. И я, знаете, что заметил? Подходя к весу, который ты не поднимаешь, вот, допустим, я там тонну 100 пробовал, оказывается, что вот это усилие на тонну 100, которое ты не поднял, оно как-то действует совсем по-другому, нежели ты там вот раньше там те же... Толкаешь в то, что не можешь поднять. Да, те же, что, допустим, ну, тонну. Ну, посидите, отдохните, или вы в основном отдохнули, это Александр может отдохнуть. Нам чуть-чуть, чтобы потеплее. Ну, посидите. Чай, ну пойдемте, там чай еще есть. Да, чай. А сделаем, может, фото? Или сделаем. Как? Давайте сделаем фотку. Давай, давай. Фото. Есть особый день в году, наступает в темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается.
Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ нас покупает, Новый год, он что нам несет, он подарки раздает, радость легко несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Ой, веселись, народ нас покупает, Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость легко несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курока пей. Ой, веселись, народ наступает Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость легко несет, это Новый год. Ой. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.